Во время пресс-конференции было заметно, что у вас как бы с Артуром такой респект друг к другу, что уважение с уважением относитесь друг к другу. Ну да, потому что мы уже очень много лет знакомы и вместе даже тренировались. Поэтому это спорт, и может быть мы не уличные бойцы, которые там хотят что-то поделить или кто-то кого-то обидел. Это просто спортивное, скажем такое, это сказать. Мероприятие, да. Спортивное мероприятие, поэтому сильнейший должен выиграть. Я уже доказал, что 6-7 раз, что я чемпион мира и сильнейший в этой весовой категории, поэтому буду отставить свой пояс и буду спорить дальше. А у вас как бы уже был совместный спарринг с Артуром? Да, это было, но это было очень давно, это было 8 лет назад, поэтому это я был молодой, Артур был тоже молод, поэтому те времена даже не надо сравнивать. Вот если вот пару слов о последних боях Артура, вот мы с тобой же говорили, что о том плане, что в этом весе он боксирует немножко по-другому, чем в среднем. Вы все-таки тяжелее его физически в этом весе? Ну я думаю, да, что просто ему тяжелее действительно физически, потому что физически мы тоже, может, на этой весовой категории 76 кг уже мы стабильные люди, сильные. И поэтому мы можем его удары выдержать, и поэтому он, может быть, некоторые бои проиграл в этой весовой категории. А в среднем весе, в первом среднем весе он был просто физически намного сильнее этих людей, и поэтому он, и благодаря ему сильному удару, он просто мог людей. Но тем не менее, тактику с ним придется выбирать немножко другую, более осторожную. Да, по-любому, тактическая игра будет. Не надо будет с ним боксировать, не допускать к тому, чтобы он, скажем так, попадал в меня. Вот. А мне надо будет его постоянно напрягать и оказывать давление на него. Оказывать просто давление.